Добрый день, дорогие ребята! Сегодня мы с вами проведем занятие по артикуляционной гимнастике. Эти упражнения вы очень любите. Они служат для тренировки языка, губ, щек и нижней челюсти. Именно эти органы отвечают за четкое и правильное произношение звуков и слов. Первое упражнение – улыбочка. Мы все с вами любим улыбаться. Давайте попробуем это сделать. Итак, губы растянуты, видны сомкнутые зубы. Удерживать губы в таком положении следует, посчитав в уме, до 10 или 15. Это упражнение нужно повторить 5-6 раз. После того, как сделаете это упражнение, нужно дать губкам отдохнуть. Отдыхаем мы вот таким образом. Очень смешное получается упражнение, но это, конечно, очень весело. Следующее наше упражнение – трубочка. Губы сомкнуты и вытянуты в виде трубочку вперед. Удерживать губы в таком положении следует также, посчитав в уме, до 10 или 15. Также это упражнение нужно повторить 5-6 раз. Между упражнениями делаем обязательно отдых. Про отдых не забываем. Наш речевой аппарат должен отдыхать. Таким образом он отдыхает. Итак, следующее упражнение – это лопаточка. Расслабленный широкий кончик языка нужно положить на нижнюю губу и удерживать на счет 1 и закончить счетом 10. Верхняя губа приподнята, не касается поверхности языка. То есть мы считаем от 1 до 10 опять в уме. Также это упражнение нужно повторить 5-6 раз, а между упражнениями отдыхаем. И последнее упражнение на сегодняшнем занятии – это укол. Узким кончиком языка мы колем щеку. Щеку колем в одну и во вторую сторону. Показываем. Языком нужно уколоть правую щеку, потом в левую, в правую, в левую. Это упражнение стоит делать 10-15 раз также. То есть в одну сторону, во вторую считайте уколы. Между, опять же, после этого упражнения стоит сделать отдых. На сегодня все. Задание вы получили. Жду теперь ваших ответов.